Запис... видишь? Вот Записываешь? да, латышский гамбит. Да Е5 же здесь, ой, Е4 Да конь здесь. f6 здесь. Какой конь F6 здесь? Е4 надо играть. Мы хотим латышский эндшпиль. Я уже забыл, как это делается. Ну, D6 теперь надо играть. Это не то. Это латышский эндшпиль. Я здесь всегда выигрываю. Ну давай, покажи латышский эндшпиль. Ну без Это... пешки. Да, это называешь прям без пешки. Я уже не помню просто, что я здесь делаю. Но здесь богатая игра. Богатая игра без пешки. Ну, фигур много. И линия F. Так вот, где-то... Конь G4. Ой, конь G4 может. Вообще безыдейно. Почему побить на D3? Конь G4, слон D3 провисает на F4. Так. Да, Ну. латышский эндшпиль. Нужна практика в латышском эндшпиле. Ну вот теперь видишь, теперь появился. Какой же G4? А, это B4. Конь G4. А, G4. Да не, ну за... О. Так. Ой, Пить, тут тоже мат можно дать. Зачем он так пошел? Он защитил ладью. Нужна какая-то идея. Можно пойти слон H5. Слон H5 и на взятие ему нельзя будет брать слоном, ему придется структуру испортить. Плохая идея. Почему? Хороший, говорю, да. Блин, что-то зевнул c7. Он не взял. Защитили. Блин, конь теперь некуда идти. А как? А его не поймают сейчас? Ну вот видишь, он Не хочет вроде. поймать. Да, дал. Слишком медленно. Дал поле. Стоп, 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 стоп. Да, у нас слишком много всего висит. Может быть слон H5? А, там у нас тоже зависает. Да А, нет, хороший стоп. ход. Если он съест, у него будет висеть фигура и на c2. Так он у нас на E8 зависает. Где зависает? Ну, у нас ладья висит. Так там конь h5 играем и просто... Так, подожди. Стоп, давай посчитаем конь E4. Ну, конь e4, d, e. Ну, DE уже нельзя играть. А, Почему? DE можно. Ну, отлично, бьем на H4, там же ладья зависает. Ну, он слон e6 сыграет. Слон g3. Побили на e4. Ну, ладно, давай. Времени мало. В любом случае, ход красивый. Ну, ход хороший. Да, он очень, видишь, он как фигуру по-русски поставил. Это все латышский эндшпиль. Магия. Magic. Да, задумался. Итальянец. Итальянец, даже не знаю, что есть такая страна в Латвии. Это итальянец или нет? Это мексиканец. Мексиканец. Он тем более не знает про Латвию. Так, ну G3 что ли? Это что за фокус? Дешевенький. Ну ладью на F6. А, там конь Он тут. берет. А мы берем, он берет. Нет, это он посчитал. ДЕ. И что он берет? ДЕ, берем ладью. Он берет и ЕФ. Я понял. Давай, замануха. Время мало, надо ускориться. Ну все. Ну он уйдет слоном просто. Вот теперь слоном бьем. Ну ясен. И все, у нас что? Ничего. Так, бьем еще раз. Объемы на Е1 Да, хотя бы. да, 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 да. Но он слоном побьет. Тогда нахер я побил. Блин, Кирилл, ты чё, вот глупый, что ли? Ну что у нас вышло? Зачем мы могли Е3 пойти? Мы отыграли Он пешку. два слона. Мы отыграли пешку. У нас два слона, какие пешки. Мат. 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 Да нет, у него просто маленький рейтинг.
Ну все, победа почти. Без двух фигур. Все, преимущество до слона. В чистом виде. Чисто видите. Почему ты не пошел в слон Е3? Не помню. Шажок. Еще шажок. А времени мало, бля. Ну на Ж2 бей. Че это за фокусы? Да бей все подряд. Он хочет просто накинуть ладья F4. Ну шахом же просто. Ты мат поставишь или нет? Поставлю. Не верю. Что ты делаешь? Профилактика. Какая профилактика? Профилактическая. Не надо рубить флаг, надо мат дать. Я пошел. Не надо выдавать королем мат. Ой. Я пошел. Я сюда зевнул. Здорово. Не хочет есть. Так, я сюда. Принципиально. Я королем. Ты давно мат бы уже дал. Так я иду давать мат. А ты слонами не можешь мат дать? Слушай, зачем слонами?